Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 33. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся нам от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. Но об Иуде сказал сие: услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. И о Левии сказал: Туммим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: «Я на них не смотрю», и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят и завет твой соблюдают, учат законом твоим из Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. О Вениамине сказал: возлюбленный Господом обитают у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его. Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола, ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины. О Завулоне сказал: веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар в шатрах твоих. Созывают они народ на гору, там заколают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке. О Гаде сказал: благословенно распространивший Гада. Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем. О Дане сказал: Дан — молодой лев, который выбегает из Васана. О Нефалиме сказал: Нефалим насыщен благоволением и исполнен благословение Господа, море и юг во владении его. Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями своими и окунет в елей ногу свою. Железо и медь — запоры твои, как дни твои будет умножаться богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй. Израиль живет безопасно, один.
Око Иакова видит перед собой землю, обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их».